Здравствуй, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Ариана Барановская. Где мы с тобой сейчас находимся? В доме волонтеров. Сколько тебе лет? 10. И ты уже помогаешь? Да. Как давно здесь? Я вообще в волонтерстве с 3 лет. Ну, а тут я уже 3 года помогаю. Так, какая твоя деятельность? Что тут делаешь? Ну, я помогаю разбирать гуманитарную помощь, которую постоянно привозят. Помогаю собирать посылки на границу. Это Курская область? Ну, да, на Курск собираем мы. Приходилось работать с беженцами? Да, конечно. Они к нам приходят почти что каждый день, много людей приходят. Мы собираем собираем им продукты, бытовую химию, одежду им помогаем подбирать. А кто вот больше всего тебе запомнился? Может, история какая-то? Таких людей нету. Но вот все запоминаются, то, что все рассказывают, откуда они приехали, все рассказывают, как они жили, как они оставили свои дома, уехали. А сама вот почему решила? Тебя родители привели сюда? Нет. Я вот знакома давно тут с Екатериной. Меня не родители сюда привели, то, что я волонтер, я должна помогать, я помогаю всем. Почему? Ты же могла быть дома, играться там в компьютерные игры, а ты здесь. Дома не такая, так сказать, дома не так хорошо, как помогать людям в ситуациях каких-то. Наслушавшись всех этих историй о войне, не бывает как-то вот страшно? Иногда бывает страшно, но я знаю то, что наши военные самые лучшие, и нас они защитят. О чем мечтаешь? Я мечтаю, чтобы война, конечно же, закончилась. И то, что я очень люблю животных, я мечтаю стать ветеринаром. Пусть мечта обязательно исполнится.